два, один. А, ехали! Дубль 150-600-800-900. Врет первый! Всем привет! Сегодня у нас тема подготовка к дню рождения. Не нашему, не Доминикиному. А моей подружке. Да. И я, как ответственная мама, ответственно подошла к этой задаче. Езжу по городу, ищу... То, что Ника взбрело что-то ей в голову, она это захотела. Вот, мама, давай, я хочу ей подарить ей это. Вот я просто, вот я золотая мама. У меня мама, моя мама золотая, но я еще идеально платиновая. А есть такое слово платину? Платину моя, платиновая. В общем, моя, ты платим, моя. Кстати. Платим, моя. Да, вот я плачу все тебе, да. И получается, мы ищем... Закрыла мне зеркало, и я не вижу теперь ничего. Мы теперь ищем то, что Ника придумала и задумала. Поэтому оставайтесь с нами, и мы вам покажем, что... Ну, я, в принципе, просто как водитель, и... как и называют этих этот... людей, которые просто платят? Спонсор. Вот я как водитель и как спонсор, я езжу и вожу ее в поисках ее идеи. Но она у меня молодец, она мне рассказала, мне понравилось, поэтому... И она сказала, что девочке тоже понравится. Поэтому мне очень хочется, чтобы Нике было приятно и было приятно ее подруге. Поэтому оставайтесь с нами! Та-та-та. Это Доминика, которая подбирает подарок своей подруге. Расскажи свою идею. Я хочу... вот у нас есть гирлянда с прищепками, которые светятся. Я хочу в инстабоксе распечатать фотографии этой девочки и подцеплять на прищепки. Или красиво завернуть и подарить, и вместе с шариками навожать шарики. Или положить в какую-то стеклянную баночку, или какую-то клеточку красивую, что-то необычное хочется. И где мы сейчас? Мы в Юске. Обожаю Юск. Да, и мы все это сейчас ищем, потом едем к стоматологу, потом едем на день рождения. Вот деревянные прищепки смотрятся очень красиво. Сейчас смотри, какие здесь прищепки. С надписями. Не забывай, шоппинг-лист – это список покупок. Что? Things to do. Думай, что делать. И already done. Уже сделано. У меня будет своя комната, и обязательно будет такая штука. На ней тоже будут висеть фотографии вот такая вот гирлянда, потому что я давно себе хотела такую. И когда, ну, я поняла, что этой девочке реально понравится, поэтому мы решили сюда прицепить эти фотографии гирлянду на прищепке. Вот. Вообще-то я хотела просто так сказать «до», а потом показать «после». Ника начала тараторить. Окей. Ника не может в Инстаграме найти подругу. На улице октябрь месяц, посмотрите на нее. Ей вечно жарко. Я укутанная, ты что? Укутанная, я окно еще открыла. Она сейчас будет цеплять да, куда-то сюда, для того, чтобы я не держала телефон. Потому что мы с ней чудим. Сейчас эта штука отпадет. Мы в нашем любимом районе. Живем в другом, но ездим по нашему любимому. Поздники, Харьковские осокорки. И у нас в Фейсбуке он называется. Итак, я в свитере, в кожаном платье и в кожаной куртке, и мне комфортно. Она сидит голая. А мне хорошо. Ты горячая девушка? Бомба. Я суперзвезда. Если ты... Блин. Если ты секс-бомба, то я сапёр. Мы в пробке. Тянучка. В пробке. Тянучка. В пробке. Тянучка. В пробке. Тянучка. В пробке. Это тянучка. Это пробка. Это тянучка. Это пробка. Это тянучка. Это пробка. Это тянучка. Пробка. Это тянучка. Пробка. Есть, я победила. Я перекричала просто. Тинучка! Пробка! Тинучка! Пробка! Тинучка! Есть! Я второй раз победила! Тинучка! Пробка!
начала раньше и закончила позже, ты понимаешь? Мне просто стало смешно. Я могу тебя пере... Конечно, конечно. Хорошо, давай. Раз, два, три. Я опять сошла. Надо делать, девочки, вот так. Раз, два, три. У меня, знаешь, такое ощущение, как будто ты этими децибелами у меня жива, а мурашки по коже. Вот, 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 это мой плюс. На самом деле выглядит очень стрёмно, потому что у тебя на зубах еще эти брекеты. И когда ты когда делаешь так, ощущение, как будто в фильме «Верн». Сейчас язык достанешь, так смотрели фильм? «Веном». «Веном». «Веном», не «Верн». «Верн». «Веном», да. Очень крутой фильм, я была на предпоказе, очень понравилось. Я вообще люблю фильмы Марвела. «Марвел топ». Да. А какой там актер? В общем, советую пойти посмотреть. Так, ладно, я отключаюсь, потому что... Я нашла я искала, короче, где в Киеве есть эти инстабоксы, чтобы фотки распечатать. И я нашла, где можно купить этот инстабокс. И поставили во дворе инстабокс. Да. Приходите, распечатывайте. Пока ты в пробке, можно делать вот так. Смотреть, например, любимый сериал. Давай его еще увеличим. Ах, не видно ничего. Не видно ничего. 6 раз не увеличивается. О, фокус поймался, можно еще увеличивать. Ловим, ловим, ловим. Кто поймет, что идет? Непонятно. Но суть вы поняли. Прозрачный сделать, в принципе. Прозрачный? Прозрачный пожелтеется. Да? Они и так у тебя желтые. Не надо, прозрачные вообще пожелтеют страшно. Смотри. Так у тебя сейчас розовый с голубым. У меня оранжевый с голубым. Так, а черный? Черный прикольный. Прикольно? Очень классно фиолетовый смотрится. Фиолетовый? Вот такой вот? И представляешь, черный. А, вот этот? Вот эти очень круто смотрятся. А может, черный фиолетовый? Ну, я не знаю, давай попробуем. Прикольно будет, черно-фиолетовый. Да, стилинка. Классные вообще. По-осеннему. Да, они очень классно смотрятся. Может, мне и маникюр такой сделать? Ну, давай, у тебя как раз скоро. Да. Как раз резиночки месяц, маникюр месяц. Ну, да, потом тебя из школы выгонят за черный маникюр. Будешь дома учиться. Девочки уходят сразу с цвета. Поэтому ты придешь с черным. Я не виновата, ты не ела посплетно. Ела. Не ела, не фила. Ела, не ври. Фила. Все равно плохо почистила. Тогда я покажешь. Фиолетовый и черный. Ну реально прикольно смотрится. Фонарик надо. При дневном свете вообще классно будет. А, валят зубы, боже. Ну да, знаешь, пожалуйста. Это третий инстабокс. Не хочет, вот не хочет и все. Или не грузится, или не находит, или еще что-то. Пожалуйста. Она уже на 2 часа опоздала на день рождения из-за стоматолога, из-за того, что она не может закончить подарок. Звони. Объясняй. Алло, почему фотки не печатаются? Может, на Фейсбуке есть? Это инстабокс, а не Фейсбук. Wi-Fi? 10. Ну, короче, там все нормально. Объяснила. Вот это крутые, конечно. Вот это мои любимые фотки, и реально, мне кажется, на ее аккаунте они самые лучшие. Так это что они бьют? Надеюсь, живчик? Живчик, мы вас отмечаем. Да, прикольно. Вот эти она попросила. Ну, и они классные, просто ей нравятся. Ну, мне вот это нравится. Это сегодняшний. Класс. Сегодня рождение, она сейчас потом платье.
Класс. А это со свадьбы. Оно похоже, кстати, на кабанчика. Где то, что такое? Я же говорю, на мое. На мое, конечно. Так у тебя такое платье может быть. Конечно. Может, никого не может быть такого платья, как у тебя. Конечно. Надеюсь, ты это не снимала. Какие, слышишь, зернышки. Зернышки. Типа я распечатала везде фотографии, а здесь белое, потому что я хочу здесь написать, типа, а что дальше, или что здесь будет. Или... To be continued. Правильно? Блин, точно. Вот сюда можно написать to be continued. Ура, я молодец. Я придумала. Ура. Меня Ника похвалит меня. Ника меня похвалила. Молодец. Она меня редко хвалит. Молодец! Как приятно. Безусловно, самая лучшая мама. Это был сарказм? Это был сарказм! Нет, это реально был сарказм или как? Нет. Ну, по интонации был сарказм. Да нет, конечно нет. Ты собралась писать при движении? Зачем ты будешь торопиться? Сейчас мы подъедем, и ты напишешь. Тебе еще обрезать надо. Да. Но это мы обрежем, когда будем в шарике. Естественно, инструкция нам не нужна. Мы открываем гирлянду. Открываем гирлянду. Ты слышишь меня вообще? Гирлянда не открывается. О, Света, нам дали Света. Полиция, за нами полиция. Это все из-за тебя. Полиция из-за тебя едет. На данный момент компонент недоступен. Создание суперподарка. Все, наконец-то я его распутала. И весь мусор летит ко мне в автомобиль, в багажник. Это капец. О боже. Девочки, так не смеются. Так, мы давай мы сначала ставим эти никулечки, батарейки. Давай. Потом. Ника, я начинаю злиться. Очень начинаю злиться. Злись. Что злись? Конечно, будет. Вот видите, что она делает? Это не я, но само. Ты какой-то модный. Работает! Вот ради этого стоило потратить полдня на поиски всего этого. Это, наверное, нет, это не последний еще штрих подготовки. Фотографии двигаются. Так ты по одной. Ты, конечно, смелая. Сейчас чик. Ага, криво и все. Все. Теперь каждую надо подцепить. Это уже последний штрих. Ну я так рада, я надеюсь, мне понравится. Жалко, что шариков здесь не было. Я бы ей подарила много-много шариков, потому что она их любит. Итог. Мы нашли шарик. Все-таки, в конце концов, белый сердечко. Ника еще открыточку прикрепила, да. И у меня садится камера, поэтому... Я закругляю. Да, ты должна стопудово заснять ее эмоции. Я очень хочу, и если сядет телефон, будет обидно. Но мы постараемся, поэтому я сейчас вырубаюсь для того, чтобы заснять эмоции. Поворачивай. А, ты уже выключила. О, включила, красиво. Супер. Так ты прячь уже за спину. Что ли? Обнимашки, целовашки. Открывай.
эффектом. Мама! Сори. Если бы ты так не делала, было бы лучше. Ну, так я побоялась, что ты так и оставишь. Нет. Ну, ты же хорошая девочка, ты же не бросаешь мусор. Конечно. Да. Это ляп. Так, ну, инструкция, понятное дело, нам не нужна. Мне поворачивать камеру на мусорку? Сори. Еще один дубль.